На фоне неудач Кулагера североказахстанцев радуют успехи велогонщика, чемпиона Азиады 2018 Алексея Луценко. Он одержал победу в многодневной гонке Тура Омана. Пятый тур считается самым сложным – 152 километра по горной местности. Алексей Луценко смог справиться с испытанием за 3 часа 44 минуты 3 секунды и остаться в лидерах в общем зачете. А вот заключительный 6-й этап североказахстанцу выиграть не удалось. Он финишировал только 35-м. Но это не помешало ему сохранить лидирующую позицию и завоевать первую в этом сезоне победу для себя и своей команды.